Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня вы увидите секретную анимацию на Керамбит. Это не шутка, это не пранк, это не кликбейт, вы действительно в этом видео увидите новую секретную анимацию на Керамбит. Я вас прошу только об одном, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, если вы ждали обновления и оно вам нравится. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.com – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Промокод в описании. MyStandoff.ru. В общем, ребята, сейчас вы будете просто в шоке. Во-первых, это новая карта Зона 9. Посмотрите, она крутая, она переделанная. Это реактор. Да, все классно. Я понимаю, что прямо сейчас все ждут новую анимацию на Керамбит. Окей, ребята, не проблема, полетели. Вначале смотрим осмотр. Это обычный осмотр. Ну, вроде бы осмотр особо не поменяли. Все как было, так и осталось. Я ничего особенного не вижу. Ну, а прямо сейчас вы увидите новую анимацию на Керамбит. Но перед этим давайте посмотрим, добавили ли новую анимацию на нож бабочку. И только после этого я вам покажу действительно крутую новую анимацию на Керамбит. Так, ну что же, смотрим. Видим, мой подписчик крутит нож бабочку, но ничего особенного не происходит. Так, смотрим. Да, анимация нож бабочка стала самой обычной, и, к сожалению, на этот нож ничего нового не добавили. Но прямо сейчас вы увидите анимацию на Керамбит. Я знаю, вам уже, наверное, всем надоело ждать. Давайте я вам ее покажу. Поехали. Вот он, наш Керамбитик. И давайте, 3, 2, 1, погнали смотреть, и... Так, ну это старая анимация, теперь смотрим новую, а ну-ка. Так, опять старая, сейчас будет новая, смотрите. О, видели? Обалдеть, вау, как же она классно. Давайте сейчас ее посмотрим в замедленном режиме. Я даже, чтобы не мешать, отключу вебку. Погнали смотреть, так. О, видели, с первого раза вышла, ну-ка. Опять вышло. Вау, вот это крутяк. Ребята, просто посмотрите на эту офигенную анимацию. Теперь давайте ее замедлим. Я уверен, многие из вас смотрят сейчас на эту анимацию и не понимают, что поменялось, что изменилось и вообще, что это за анимация такая. Короче, ребятки, мой подписчик записал меня со стороны, и прямо сейчас мы увидим, как же все это выглядит. Также, ребятки, посмотрите просто на новую модельку персонажа. Какая же она крутая, какая же она угарная. И, блин, как же это классно. Я даже не привык. Представьте, новая моделька. Обалдеть. В общем, вот это вот я со стороны. Смотрим на новую анимацию. Давайте. Так. Так, сейчас. Так, ребят, смотрите. О, видели? Так, смотрите, я как-то рукой так дергаю. Вот это новая анимация. Смотрите. Вот это приколяс. Я просто в шоке. Блин, слушайте, а мне это нравится, то, что на Керамбит добавили новую анимацию, и про Керамбит не забывают, это тоже очень классно, и однозначно заслуживает вашего лайка. Также мне только что написали, что добавили новую анимацию на М9. Ребят, я скажу правду, я никогда в жизни не играл с этим ножом, поэтому сейчас вся надежда только на вас. Напишите, пожалуйста, есть ли новая анимация или нет. Внимательно смотрите прямо этот момент. Проверяем. Вначале делаю осмотр. Пока что вроде бы все, как и было раньше. Я ничего нового не вижу. Так, теперь делаю анимацию удара. Так, а ну-ка. Слушай, а вот это было раньше или нет? Вот реально вопрос к моей аудитории. На М9 анимация старая или на М9 добавили новую анимацию тоже? Я просто честно, я никогда в жизни не играл с М9, поэтому я вообще хз. Вот это, смотрите, вот это, видите, вот какая-то новая анимация, смотрите. Сейчас. О, вот это. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, находимся на обновленной карте провинция. Карта очень крутая. Честно говоря, вначале я ее недооценил. Я думал, что будет плохая, но я смотрю, карта просто гениальная. Обалденная карта. Так, ну что ж, давайте смотреть, есть ли новая анимация на Flip Knife. Так, пока что я смотрю, все как было раньше, ничего нового не вижу. Так, а ну-ка. Вроде бы, ребят, все как было раньше. Да, ничего нового нету, точно. Теперь анимация удара смотрим. Так. Не, вроде ничего не поменяли. Если я не ошибаюсь, ребятки, все как было, так и осталось. А ну-ка, вот одна анимация, это такой... Хотя, подождите, а что это было? Это что, тоже новая анимация? Так, ребят, я или сошел с ума, потому что 3 часа ночи, или действительно есть еще одна анимация на Flip Knife. Короче, я вообще хз. Напишите в комментариях, это новая анимация или это старая анимация.
Я представляю, вы сейчас, наверное, смотрите видео и такие думаете, Кента ПК, ты что там вообще с ума сошел или нет? Рассказываешь нам видео то, о чем сам не знаешь. Ну блин, ребята, 3 часа ночи, поймите меня. Короче, ребятки, надеюсь на вашу поддержку, на вашу лояльность, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, потому что будет еще много видео про обновления, и напишите любой хороший комментарий, и напишите ваше мнение про обнову. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи, всем пока.